Большую часть работы составляют научные изыскания. Все произведения, попадая сюда, проходят обязательный этап учета, после чего становятся музейной, а значит, государственной собственностью. Каждому экспонату присваивается личный номер и заводится индивидуальный паспорт. В музее собрана уникальная коллекция известной русской художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой. Она насчитывает 5 произведений. Эти произведения разного периода ее творчества. Вы видите перед собой работу Зинаиды Евгеньевны «Яблоки на ветвях», написанная в 1910 году в селе Нескучное под Харьковом, имени ее дедушки Евгения Ланцаря. Работа была приобретена в 70-х годах у ее сына Евгения Серебрякова.